Жители станицы Анапская просят отремонтировать участок улицы Грушовой. Говорят, обращались в сельскую администрацию, но пока нет результата. Нам, конечно, никто не отказывает. Нам, никто ничего не делает. Ничего, 3 года. Я принесла все письма, 3 года я хожу. А что за улица? Что по ней ездит? Что по ней ездит? Ничего по ней не ездит. Мы по ней ездим, и какой-то КамАЗ перед нами, прицеп стоит. Коммунальщики комментируют. Асфальтовое покрытие укладывать нецелесообразно. В планах там прокладывать водопровод. Планы эти долгосрочные, поэтому Юрий Поляков поручил привести дорогу в порядок. Засыпьте всю дорогу. Будет водопровод, когда его будут оттянуть? Мы говорили, что мы сделаем. На еще одну многолетнюю проблему жалуется жительница Анапской Анна Корбут. С 2016 года тянется вопрос с ремонтом тротуара на улице Московская. Каждый год она получает отписки, что ремонт будет произведен в следующем году. И так по сей день. Вот если вы написали, мы сделаем вам тротуар в 2018 году. Сделайте его. Сделайте. Вы не делаете в 2018 году ЖКХ, вы пишете, сделаем в 2019 году. 200% в 2019 не сделаете, потому что вы с таким подходом, Эрмен, вы не доработаете просто до 2019 года. Значит, тебе нужно взять себе контрольный вот такой журнал и все записывать, делать, что пообещали, Эрмен. Вот так же нельзя. Многодетная мама Ирина Иванова обратилась с проблемой. Несколько лет назад семья получила участок под ИЖС. Но после утверждения генплана не может начать стройку. Необходимо получить заключение археологов. При этом на территорию историко-культурного наследия УТАЖ-17 попала лишь малая часть участка. Глава города поручил управлению архитектуры найти решение и помочь анапчанке.